Некоторые анапчане портят свой город и не уважают чужой труд. Порча деревьев, газонов, хищение цветов – это далеко не весь список. Зачастую большая и трудная работа, которая должна сделать город-курорт краше и чище, не ценится самими жителями. И вот еще один яркий пример безответственного отношения к родному городу. Сотрудники управления муниципального контроля совместно с Росприроднадзором и ГИБДД пресекли незаконный сброс строительного мусора в прибрежной водоохранной зоне по улице Мира в селе Витязево. На мужчину составили сразу 3 протокола за нарушение правил благоустройства и дорожного движения. Такое ощущение, что люди, которые портят благоустроенные территории, скорее всего, даже не подозревают, что за сломанный куст городского растения вполне реально оказаться за решеткой. Порча деревьев, газонов, хищение цветов и другие действия, которые испортят ухоженные территории, могут квалифицироваться по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм и кража». В зависимости от тяжести преступления санкции статьи предусматривают до 3 и 10 лет соответственно. Также за порчу имущества можно получить штраф.